Посмотрим, друзья, какие прогнозы нас ожидают сегодня. А с вами Аврора, Тото Гейминг, и это большой футбол на волнах 100.7 FM и на радио Аврора.AM. Друзья, заходите, узнайте и увидите своими глазами, что такое визуальное радио. Ну и прямо сейчас можете уже звонить на номер 091-76-1007 для того, чтобы составить свой прогноз на один из двух матчей: Челси, Арсенал или Боруссия Дортмунд, Байер. Кстати, сегодня, в принципе, как всегда, с вами большой футбол будет играть человек, который разбирается в футболе очень хорошо и даже в прошлом играл. Это Гога Казарян. Ну и человек, который совершенно не разбирается в футболе, но очень этого хочет. И я, в принципе, могу сойти за вот эту вот футбольную фанатку, которая на стадионе периодически майки там поднимает или что-то. Зато ты симпатичная очень, Люсь. Тоже, красивый, тоже правда, не буду с тобой спорить. Но, между прочим, если уж говорить о фанатках, то сегодня за кадром почему-то, но это пока, до тех пор, пока мы не примем звоночек. Есть еще один у нас персонаж, тоже сойдет, я думаю, за футбольную фанатку. Она в такой прозрачной маечке. Все как надо, все как нужно на стадионе. В общем, заходите, друзья, на сайт и увидите все своими глазами. Мы, я уже отметила, Гог, мы же обсуждаем сегодня матчи Челси-Арсенал и Боруссия Дортмунд-Байер. Но вот вчера... Ты правильно меня исправил, Боруссия играла не с Шахтером, да, а, конечно, а, какой номер? Этот номер, 091-76-1007, еще раз повторюсь, для того, чтобы вы, друзья, смогли прорваться в прямой эфир и поиграть с нами в большой футбол. Правила очень и очень простые, всего лишь нужно угадать, чем закончится один из этих двух матчей, который, кстати, один состоится завтра. Ну, не совсем угадать, Люсь, не совсем, мы же помогаем, мы анализируем, говорим, что как, у кого чего. Ну, это очень громко сказано, помогаем, конечно же. Ты помогаешь, а я только могу поболеть. И мы еще, что очень важно, мы вам говорим последние новости с сайта Toto Gaming. Угу. Там очень хорошие коэффициенты. Вот сегодня я сейчас смотрю, на Боруссию Дортмунд немножко поднялся коэффициент. Я не знаю почему, может, из-за вчерашней игры. Но вот на сайте отреагировали. Сейчас чуть больше уже, кто хочет на Боруссию поставить. Ну-ка, ну-ка, а я вот... 1.68, вчера было поменьше. 1.68. В принципе, да. Вчера днем было практически столько же, Гог. Тут я тебя исправлю. Итак, друзья, коэффициенты нас на totogaming.am. Боруссия Дортмунд и Байер Ливеркузен. Победа Боруссии, коэффициент такой, 1.68. Ничья — это 3.8. И коэффициент на победу команды Байер 4.55. Кто выиграет, решать вам, в принципе. Вчера Боруссия сыграла с Краснодаром. Сыграла, Гог, как ты думаешь, очень хорошо или не очень хорошо? Ну, нормально. Вчера просто Краснодар хорошо сыграл, неплохо. Вчера Краснодар всех шокировал, по-моему. Русские уже раньше времени радовались. Там комментатор кричал, орал, ура! Ну, Люсь, здорово. Ну не шокировал. Он, на самом деле, показал то, что должен был показать. Краснодар не слабая команда, очень крепкий середнячок. И может дать Который бой. Забил первым в этом матче. Да. Посмотрим, кто прорвался. Алло, здрасте. Здравствуйте. Как зовут вас? Только чуть-чуть погромче. Артур зовут. Артур, очень приятно. Нет, Артур, сразу номер, ну и потом пообщаемся уже. 041. 041. 01. 0444. 0444. Артур, у вас приемник, да, громко включен? Нет, вообще не громко. Уже нет. А где вы сейчас? Я сейчас в машине в Эребуни. В Эребуни? Да. То есть это район Эребуни? Да. А что вы там делаете? Работаю. Кем? Менеджером в магазине. В магазине? Да. Что за магазин? Это у меня, знаете, по продажам. По продажам? Да. А, то есть вы доставляете товары? Да, 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 да. А какие именно? Что за фирма? Это обязательно, да? Ну, желательно, чтобы мы знали, кто это вы, откуда, что. Это хорошо для что. Вашей фирмы. Ну, это Соки, Ян, Сис. Соки, Ян и Сис. Ну вот да. И хорошо, теперь мы вас знаем. Артур, а вот вы уже успели зарегистрироваться на сайте totogaming.am? Нет, еще нет. А вот если зарегистрируетесь, то как новый пользователь получите от Toto Gaming 1000 драм бонус. И успеете поставить на Челси Арсенал или на Боруссию Дортмунд Байер? Да. Ладно, я не знал. А вот теперь будете знать. Так что ждите подарок, если будете регистрироваться. Там на самом деле очень легкая регистрация, быстренько проходите и сразу 1000 драм. Приятненько. Артур, ладно. Ну а здесь, в большом футболе, вы сможете выиграть 10 тысяч драм, если угадаете, чем закончится один из этих матчей. Да. Вы представляете? Подожди, а сначала давай поймем, за какую команду вообще человек болеет. Конечно. За какой футбол? Английский, итальянский, немецкий? Не, испанский болею, Реал Мадрид. Реал Мадрид.
За самую на сегодняшний день, сейчас меня начнут бить. Наверное, фанаты Барселоны за самую крутую на сегодняшний день команду. Знаешь, что было бы круто? Как-нибудь соединить вот болельщика Реал Мадрид и Барселоны, и вот в эфире прямо, и послушать, что там будет. Ой, это мы думали. Две братья, болельщики Барселоны. Два брата? Да. Как вы классику смотрите? Ну, отдельно. Чтобы не было жертв? Да, конечно. А потом, когда выигрывает, а другой проигрывает, что вы делаете? Вот это вообще как? Один, наверное, над другим издевается целую неделю, да? Но сегодня мы не обсуждаем с вами испанский футбол, сегодня у нас немецкая, чемпионат Германии и чемпионат Англии. Угу. Что вам больше нравится в этой серии? Наверное, германский. Потому что там Генрюх играет? Да, да. А вы знаете, что он себе вот на радостях недавно купил Ламборджини за 400 евро? Нет, не знал. Вы знаете, я думаю, Ревича что это... Но нет, Гоп, тут неправда, потому что это единственный... На свои деньги купил. На свои, конечно, честно заработано. Это единственный случай, когда вся страна, вся Армения обрадовалась, что кто-то купил Ламборджини за 400 евро. Ну, потому что все этим... Ну, как, ну, Генрюха же купил, не сосед. Лично я завидую Ламборджини. Я бы тоже хотел. Артур, ну ладно, будем обсуждать Боруссия Дортмунд Байер. Вчерашний матч смотрели? Не-не. Ладно, тогда неважно. Как вы думаете, чем закончится игра с Байером? Наверное, ставки мы уже озвучили, в принципе. Хотите напомним? На totogaming.am. Да. Итак, победа Боруссия. Ставочка такая, 1.68, ничья 3.8 и победа Байера 4.55. Почему никто не обсуждает ничью? Я опять со своей ничью. Я думаю, Дортмунд победит. Почему? Мотивируйте это как-нибудь? Потому или объясните? Что... Потому что он мужик. Это тоже сказал. Но вчера, например, Гено ничего не забил. И даже пас не дал голевой. Ну, он атаку... Нет, сегодня забит ничего. Сегодня и то, и то. Да. Вот так вот жестко, да? Итак, победа... Да, конечно. Победа Боруссии будет сегодня. Да, да. Ой, точнее, не сегодня, что я говорю. Матч-то у нас состоится 20 сентября. На самом деле, смотри, у нас в передаче, без разницы, на какую игру ставить, да, на Боруссию или на Челси, а вот на Toto Gaming интересные, более интересные ставки на Челси-Арсенал. Так что вы можете поменять свое мнение и, в принципе... Нет, ну у нас-то без разницы, пусть человек ставит на Боруссию, если хочет. А вот на Toto Gaming очень интересные ставки на Челси-Арсенал. Ну я у вас должен одну команду. Да, только одну команду, вы говорите, кто выигрывает, и все. Вы уже сказали Боруссия. Мы уже, в принципе, записали. Хорошо, Артур, вот скажите, вот сегодня пятница. Как-то у вас пятничный день отличается от всех остальных? Гога, например, сегодня, в отличие от всех остальных дней, пришел не в, просто в костюме, а в джинсах. У него сегодня такая свободная пятница. А у вас? Нет, все нормально, я только немного болен, и все. Чем вы успели заболеть? И как вы успели заболеть? Ну, да. Что, гриппуете? Я 3 дня назад был... свадьба брата. Свадьба и... того, который за Барселону болеет? Да, как да. Как его да. зовут? Арман зовут. Арман. Ну, Армана поздравим, а его жену? Кристина. Кристина. А у меня сейчас будет очень бабский вопрос. Но я ее просто не могу его не задать. Ну, ты не можешь, Артур, просто не задавать бабский. Вам Кристина нравится? Как вы, одобряете его выбор? Да, конечно. Да? Они уже, наверное, уехали отдыхать или не будет у них? Уехали, да, уехали. А куда мы уехали? Интересно. Вахверян. Вахверян? Там классно, тихо, спокойно. Еще говорят, у нас в Армении отдохнуть нельзя. Можно, просто жаль, что дорого очень. Да ведь, Артур? Да, да. Ну, да. Еще раз поздравим Армана и Кристину. Спасибо вам большое, спасибо. Артур. Вам тоже спасибо. Вы теперь полноценный участник нашего большого футбола. Если Боруссия в 20 числа, кстати, матч у нас во сколько начнется? В 19.30, да? По нашему времени начнется игра. Угу. Надеемся, что Генрих покажет класс, и вы выиграете в большом футболе 10 тысяч драм от Радио Аврора и от Toto Gaming. Буду рад. Вот такие вот дела. Мы тоже будем очень рады, Артур. Вам удачного рабочего дня. Мне интересно, как Генрих отпразднует забитый гол? Какой? Как в Байере? Это... Ну да. А как он обычно это делает? Ну, обычно он просто радуется. А сейчас он Ламборджини купил, может, как-то это... Не знаю, руль какой-нибудь. Но судя по тому, виртуальный. Что, судя по тому, что Байер, как меня недавно просветил Давид, байерцев называют еще и аспириновыми, и кокаиновыми. Ливеркузенцы. Ливеркузенцы? Да. Вообще-то компания Байер именно производила. Байер из Ливеркузена. Все, все. Ну, судя по этому, может быть, он как-то совместит это.
Аспирин, кокаин. Нет, подожди, ты... Но лучше не надо. Что ты говоришь? Что-то лишнее я уже успела сказать, поэтому лучше закончить, друзья. Я просто хотела еще раз напомнить, что если вы, друзья, зарегистрируетесь как новые пользователи на сайте totogaming.m в разделе «Спорт», то получите в подарок 1000 драм. Предоставленный бонус вы сможете разыграть, делая ставки в разделах «Спорт», «ТВ Хагер» и «Арак Хагер». Это акция, кстати. Гоп. Внимание, акция действует до 5 октября, так что нужно поторопиться. А меня знаешь, что порадовало на сайте? Блот там есть. Блот. И не только. Блот. Ты хорошо играешь в блот? Я хорошо играю в блот. Я совершенно не умею, как и, в принципе, и в футбол, друзья. Ну, а если вы этим увлекаетесь, то вперед на сайт totogaming.m. С вами был «Большой футбол» на «Авроре». Гога Казарян и я, Люся Любимова. Я, кстати, еще вернусь, потому что у нас впереди главная двадцатка. Можете голосовать на сайте radioavrora.am за ваши любимые песни. И в 3 часа дня после новостей мы обязательно с вами встретимся. Так что всем хорошего настроения. Слушай и смотри «Большой футбол» на радио «Аврора».